Всем привет, с вами Светлана. И Екатерина. И мне кажется, я сама себе не верю, что я сейчас это буду произносить, но мы наконец-то записываем видео о прочитанных книгах. И давайте не будем уточнять, в каком месяце, мы просто скажем, что это книги осени. И чтобы не повторяться, давайте мы сразу обозначим книги, о которых мы уже где-то говорили. У меня это Шэнкс Хейн, Сергей Дягилев, «Русские сезоны навсегда». Эту книгу вы могли видеть в видео «Лучшие книги 2017 года», где я достаточно подробно объяснила и рассказала, почему мне эта книга понравилась. Я вам перечислю книг немножечко побольше, потому что сентябрь у меня был плодотворным месяцем. И в том же видео о лучших книгах за 2017 год я рассказывала о целых трех книгах из сентября. Это «Дом духов» Исабель Альенде, «Артур и Джордж» Джулиана Барнса и «Правда о деле Гарри Квеберта», ну и параллельно с ней где-то книга «Балтиморов» Жоэля Дикера. Также в сентябре я познакомилась с Пелевиным, я читала его «Айфак», и об этой книге я рассказывала в видео «Три громких новинки осени». Катя передает мне право голоса первой, как всегда, как обычно, кто больше болтает, тот первый и разговаривает. Я сейчас буквально в двух словах расскажу о книгах, которые читала в сентябре, и о которых сказать, кроме этих двух слов, мне больше нечего. То есть, например, мне не понравилось, да? Да не то, что даже не понравилось, но, например, действительно, ну, я не знаю просто, что к этим словам добавить. Например, «Колм Тойбин», эта книга мне не понравилась, книга, которая не оставила после себя абсолютно никаких впечатлений, ноль эмоций, главная героиня ни рыба, ни мясо, и эта книга отбила у меня, собственно, желание смотреть экранизацию. Следующая книга – это «Паноптикум» Элис Хоффман, это была первая книга Хоффман, которую я читала. И не совсем я могу точно описать свои впечатления от этой книги, потому что в ней были и положительные, и отрицательные моменты. Вообще, после этой книги я планирую еще что-нибудь прочитать у Хоффман. В романе «Паноптикум» меня не столько заинтересовала сюжетная линия о девочке-русалке, сколько понравилось, как ярко и реалистично Хоффман описала два исторических события. Это пожар на швейной фабрике и пожар в парке аттракционов. По этим двум моментам мне показалось, что автор умеет достойно писать. Если у кого-то есть любимые книги Хоффман, то обязательно мне посоветуйте, с чем мне продолжить знакомство с этим автором. Ой, следующая книга, я даже не знаю, она у меня оказалась на электронке. Наверное, меня чем-то заинтересовала, видимо, ведьма в названии. Это Пола Брэкстон, «Зимняя ведьма», и вторая книга «Дочь ведьмы». Ты еще две прочитала. Да, это вообще-то цикл. «Дочь ведьмы» выходила первой, а «Зимняя ведьма» — это приквел к циклу. Собственно, я почему-то прочитала сначала приквел. Но, как было написано, он совершенно не связан с циклом, поэтому можно было начинать с чего угодно. «Зимняя ведьма» — это книга, которая может занимать достойное место в серии «Шарм». Хотя мне кажется, что я сейчас немножко даже серию «Шарм» оскорбила, потому что в ней есть книги, которые гораздо глубже и интереснее «Зимней ведьмы». Я когда ее читала, я до последнего надеялась, что там будет что-то такое, вот, что всколыхнет хоть какие-то мои чувства, но нет, серия «Шарм» на меня действует гораздо более волнующе, чем данное произведение. «Дочь ведьмы» уже лучше, вернее, наверное, было лучше, а стало хуже, потому что «Зимняя ведьма» написана позже. В «Дочери ведьмы» у нас хотя бы несколько временных линий, она более интересна как сюжетно, так и структурно, хотя мне вообще странно говорить о подобных книгах такие вещи, что она интересна структурно, но в сравнении с «Зимней ведьмой» это действительно так. Еще одна книга Франка Тилье, которая совершенно мимо меня, это «Головоломка», она прозрачна просто до неприличия, и в этот раз Франк Тилье у нас полностью скопировал известный слэшер «Пила» полностью вплоть до развязки. В сентябре я перечитала «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга, и, наверное, главная мысль, которую я вынесла после перечитывания этого романа, это то, что он же совсем не страшный. В детстве он меня пугал до колик, как книга, так и экранизация. Я ее смотрела вот так вот. Да, ну, у меня мама всегда фильм ужасов смотрит вот так, через пальчики. Но здесь, как и в других романах, Стивен Кинг больше всего пугает людьми, а не сверхъестественными. А не котиками. На мой взгляд, смерть близкого человека может перебить любой страх, и Стивен Кинг вовсю пользуется этим фактом. И смерть в этой книге у нас как главный герой, так и антигерой. И последний роман в двух словах, вернее, ну нет, хотя роман, но в двух частях. Это Диана Гэблтон и ее
«Чужестранка». Я уже говорила о том, что у меня возникло желание внезапно его перечитать. Первый раз я его даже не дочитала. И знаете, у меня он отлично пошел. Мне нравится, как она описывает Шотландию. Мне нравится, как она описывает быт Шотландии. Хотя он очень сильно отглажен и не совсем достоверно исторический. Главная героиня меня, на удивление, совершенно не раздражает. Мне она нравится. А вот главный герой по-прежнему у меня в немилости. И, знаете, меня очень сильно смешат в этой книге совершенно какие-то фееричные сравнения автора. Описание любовных сцен, да и вот этот вот момент с горцем-шотландцем 24-летним, который 3 года провел на войне, но при этом девственник и не знает, как заниматься сексом, думает, что это происходит только так, как у лошадок. Мои аплодисменты автору за эту впечатляющую находку. Кстати, во время прочтения этого романа я периодически выкладывала свои мысли в наш канал на Телеграме, так что кто хочет, может зайти и почитать. Я начну рассказ о своем прочитанном с книги, о которой мне мало что есть тоже сказать. Это Брэд Дьюкс, «Твин Пикс», беседы журналиста Брэда Дьюкса с создателями сериала. На эту книгу я успела в свое время поругаться в Инстаграме. Вот по этому изданию сразу чувствуется, издательство очень сильно торопилось выпустить ее вовремя, пока сериал идет, и свежи все впечатления. Здесь есть чудовищные совершенно ошибки и опечатки, вплоть до того, что какие-то актрисы или героини становятся мужчинами. Но у книги есть плюс. Само качество издания — это плотная белая бумага, матовая, и количество фотографий, которые здесь есть. В остальном эта книжка вообще ничего не дает. И эта книга подойдет больше тем, кто только погружается в мир Твин Пикса, и, возможно, она прольет свет на что-то непонятное. И больше в этой книге нет ничего, только красивая обложка и красивое оформление. То есть абсолютно неинтересное интервью? Неинтересное. И я ругаю себя за то, что я повелась, я знала, что эта книга мне не даст ничего нового, но повелась на рекламу и купила ее. Теперь давайте перейдем к Архану Памуку и Музею невинности. На самом деле все без исключения романы Памука прежде всего рассказывают о его родном городе, о Стамбуле. При этом на фоне Стамбула могут происходить сотни сложных и простых историй, кипеть страсти, но Стамбул будет оставаться главным элементом повествования. Это наверняка одна из причин, почему автор получил Нобелевскую премию, но самое главное — это, конечно же, политика. Потому что в романах Памука политика занимает не последнее место. Мне кажется, что в своих книгах Памук достаточно откровенно высказывается о своей политической позиции. И по его романам очень легко на самом деле проследить, как меняются взгляды и ценности самого автора. В «Музее невинности» центральной фигурой выступает Стамбул 70-х годов 20 века, когда восточные традиции еще очень сильны, но их уже начинают разбавлять европейские ценности. Общество еще очень сильно зависит от старых догматов, когда даже взмахнуть ресницами нельзя без должного разрешения, но тем не менее население уже хвастается друг перед другом новыми соковыжималками. Главный герой романа – Кемаль, за которым стоит очень богатая семья. Его ждет хорошее обеспеченное будущее, и невеста ему выбрана соответствующая его положению. Все вроде бы по традициям Востока, но тем не менее отношения между будущими супругами развиваются по западным меркам. Но на горе невесты Кемаля он влюбляется в свою дальнюю родственницу Фюсун. Именно ей он и посвятит свой «Музей невинности». Я не могу сказать, что это роман о любви. Он скорее о любви к любви, потому что Кемаль больше влюблен в свою собственную влюбленность в девушку, чем в саму девушку. Кемаль малодушный, он плывет по течению, там, где надо отстоять свои позиции, он прячет голову в песок, а вот там, где надо молча что-то проглотить, он просто вот жаждет высказаться. Его привлекает сама идея быть влюбленным и страдать от невозможности быть с любимой, потому что как только предоставляется шанс побороться за свою любовь, он сразу прячется в кусты. История у Памука получилась очень живая, чувственная, меланхоличная и тягучая. И если вы любите истории с оттенком горечи, то обратите внимание на «Музей невинности». Я вам расскажу сразу про 2 романа Вирджинии Вулф. Это «Ночь и день», о нем я упоминала в видео, по-моему, книжных итогов, и «По морю прочь». Это дебютный роман Вулф, но почему-то я их читала наоборот, хотя на самом деле они выходили вот так. Как я говорила в итогах, в этом романе мне больше всего понравились долгие прогулки героев. А герои у нас все молодые люди. Это Кэтрин, девушка из родовитой семьи, которая сидит в своем особняке, как в золотой клетке. На все семейство давит авторитет деда, знаменитого поэта.
И ее мать, постепенно сходя с ума, всю жизнь пишет биографию, которая, скорее всего, так никогда и не будет написана. Помимо Кэтрин, у нас есть еще молодая суфражистка Мэри, которая поначалу кажется чересчур легкомысленной, и лично меня Мэри очень сильно раздражала, а также два молодых человека – это Ральф и Родни. У Вирджинии Вулф этот роман можно отнести к традиционному английскому роману. Повествование у нас очень неторопливое, герои разбираются между собой в отношениях, пьют чай, ходят в гости друг к другу, все это делают медленно, чинно и благородно. У Вулф отличное знание человеческой натуры, поэтому она очень точно описывает малейшие колебания души, малейшие оттенки изменения каких-то взаимоотношений. За это ей огромный плюс, но для себя я поняла, что я с этим романом опоздала, наверное, лет на 10-15. Вот когда я читала Джейн Остин и ее Эмму, вот тогда мне надо было читать и это. «По морю прочь» — это первый роман Вулф, который, по-моему, написан в 15 году. Главная героиня у нас здесь тоже молодая девушка, Рэйчел, ей 24 года. Она плывет на корабле, принадлежащем ее отцу. Плывет она с другими англичанами в Южную Америку, в город Санта-Мария, где отдыхают англичане среднего возраста. Какое-то время действие будет развиваться в закрытом пространстве, а затем перенесется в этот городок. И перед читателем разворачивается социальная комедия нравов. Уже в этой книге у Вулф появляются герои, которые будут в других романах. Это, например, миссис Дэллоуэй. Наверное, моя главная претензия к роману – это в том, что когда Вулф писала этот роман, она не видела Южную Америку, она только, да, как-то вот по обрывкам знала, что там. Из-за этого Южная Америка получилась очень бледной и размытой, но на фоне этой безликой Южной Америки ярче проступают взаимоотношения героев. Здесь есть и романтическая линия. Вот именно из-за этой романтической линии мне роман не очень понравился. Главная героиня, которая, казалось бы, уже молодая женщина, но при этом она как белый лист и познает мир как маленький ребенок. Честно говоря, Рэйчел меня вообще чаще всего раздражала. Я бы посоветовала этот роман любителям английской классической прозы и любителям качественной женской прозы. У меня на очереди Жозе Сарамага и «История осады Лиссабона». Это мое второе произведение у автора. И если первое «Перебои в смерти» меня очень сильно зацепило, то вот это вызвало скорее нейтральные чувства. Я не могу точно сказать, понравился мне этот роман или нет. Стиль изложения автора все так же прекрасен. Меня цепляют многостраничные предложения Сарамага, отсутствие прямой речи, когда читатель должен разбираться в тексте вот сам, как хочет. А вот сюжетная часть меня несколько расстроила. Главный герой романа Раймунда, корректор с безупречной репутацией, из его рук тексты выходят совершенно. И однажды в его руках оказывается весьма посредственное произведение, которое и называется «История осады Лиссабона». И Раймунда даже сам себе не может объяснить свой поступок. В одном предложении он добавляет маленькую частицу «не», и этой самой частицей он меняет не только свою жизнь, но и ход истории. Для меня в романе четыре основные темы – это история, одиночество, писательство и любовь. И первая тема, историческая, это единственная тема, которая развивается на протяжении всего романа, и развивается она по законам «а что если?». Что было бы, если в одном моменте истории, даже в самом маленьком, заменить «да» на «нет». Сарамага большой любитель резко менять тему и настроение романа, и изначально кажется, что «История осады Лиссабона» — это роман философия, где нас ждут глубокие рассуждения на тему писательства, корректуры и одиночества. Но внезапно в романе появляется любовная линия, и роман становится книгой о взаимоотношениях мужчины и женщины. И именно смена тематики в сторону этих отношений нейтрализовала мои приятные впечатления о первой половине романа, потому что в этих отношениях мне было очень скучно, и казалось, что они развиваются между старым профессором, пахнущим нафталином, и страдающей от артрита старушкой, которой этот профессор навязывает свои пылкие чувства. На мой взгляд, о любви тоже надо уметь писать, и вот именно это Сарамага и не удалось. Но знакомство с автором я, естественно, продолжу и надеюсь, что однажды я доберусь до его слепоты. И вновь поговорим о Стивене Кинге. Я делала перерыв в «Темной башне», и в сентябре почему-то я вот у Светы взяла почитать вот эту книжку. Стивен Кинг, «Кристина». Это роман начала 80-х годов, и у меня ощущение, что эта книга совершенно незрелого автора,
который только-только закончил курсы писательского мастерства и тут же покусился на большую форму, написав роман. Рассказ ведется от Денниса, звезды школьной футбольной команды, который хороший сын и хороший друг. Так вот, его друг Эрни такое скопище шаблонных изображений неудачников. Он весь прыщавый, он необщительный, то при этом умный. И над ним все-все издеваются. И только каким-то чудом у него оказывается лишь один друг. Это Деннис. И вот однажды Деннис с Эрни шли по улице, и Эрни остановился как вкопанный, увидев шикарную, ну вернее не шикарную на тот момент, а побитую машину 58-го года, на которой висело объявление о продаже. Эту машину продавал неприятный старик, который продал ее за какие-то смешные деньги, успев при этом сказать, что зовут ее Кристина. Я помню, как в детстве пугал меня этот фильм, но сейчас, я думаю, я бы сидела очень спокойно и смотрела этот бред. Мне непонятно, зачем Кинг выпускал вот такие вещи, при этом эти вещи становились бестселлерами. Такое впечатление, что автор тренируется, но тренируется так, что заставляет своего читателя это читать. Роман совершенно проходной, я никому его не буду советовать, мне было неинтересно. И я не знаю, зачем Света его у себя хранит. Следующую книгу не покажу, читала ее в электронном варианте. Это Пола Хокинс «И в тихом омуте». Я сразу скажу, что «Девушку в поезде» я не читала, я только смотрела фильм. И ничего хорошего об этом фильме я сказать не могу, в основном из-за игры Эмили Блант, которая размазывала по лицу сопли и вроде бы как изображала героиню, которая страдает алкоголизмом. В «Тихом омуте» действие разворачивается в маленьком городке, где все друг друга знают и где периодически пропадают таинственным образом женщины. Повествование ведется от лица многих героев, что, на мой взгляд, совершенно ничем не обосновано, потому что все герои Полы Хокинс в этом романе абсолютно на одно лицо. Они не просто одинаковы, они идентичны друг другу, и когда слово переходит к другому герою, ни по каким признакам, ну, естественно, кроме имени, ты бы ни за что не отличил, что это другой герой, потому что у автора абсолютно не проработан внутренний мир этих героев, и она не владеет достаточным мастерством, чтобы показать нам различную психологию персонажей. Ничего не меняется ни в повествовании, ни в психологии персонажей. И такое ощущение, что все герои выпущены на одном заводе по одному лекалу. Главная героиня приезжает в этот самый городок, чтобы выяснить обстоятельства смерти своей сестры. Она здесь выросла, здесь прошли ее детство и юность. И эти самые детство и юность были очень тяжелыми, поэтому на протяжении всего романа она страдает от неприятных воспоминаний, а попросту ноет. Художественной ценности в этом романе ноль, психологизма ноль, разумных решений тоже ноль. Автор очень методично спекулирует на теме, которая волнует общественность. И, на мой взгляд, Пола Хокинс пишет не романы, она пишет сценарий к фильмам. Именно поэтому здесь мини-главы, очень простой слог и наброски героев, которые оставляют огромное пространство режиссеру вот со всем этим богатством творить, что ему будет угодно. Перейдем к более приятному чтению. Это Малкольм Брэдбери «Историческая личность». Я вообще Брэдбери до этого романа читала только в «Эрмитаж». Сейчас я уже прочитала 3 романа, потому что чуть позже я прочитала еще один. Малкольма Брэдбери, кстати, Светлана называет литературным учителем Кадзуо Исигуро. Ты учти. Он тоже лауреат Букеровской премии, но на данный момент я могу сказать, что все-таки вот в «Эрмитаж» так и останется, скорее всего, моим любимым романом у Брэдбери. В «Исторической личности» действие у нас происходит в 72-м году на юге Англии. И главные герои у нас это супружеская пара Говард, социолог, и Барбара, феминистка и домохозяйка. И у них свободный брак. Каждые выходные Барбара уезжает в Лондон, у нее там молодой любовник. А Говард, извините меня, спит совсем, что не против переспать с ним. В основном это молодые студенты. Говарду в этих сексуальных отношениях главное только одно – это секс без обязательств. Чтобы, не дай бог, какая-нибудь девушка попыталась навесить на него ярмо. Время действия у нас между двумя вечеринками. Одна открывает роман, открывая учебный год, а вторая случается на Рождество в финале. Все герои у нас это преподаватели и студенты. На дворе 70-е годы произошла сексуальная революция. У людей полное ощущение свободы. И историческая личность – это сам Говард. Человек, который, с одной стороны, весь такой продвинутый, он радикал, он выступает за все новое, но при этом этот человек не
хочет и не принимает любую другую точку зрения, которая хоть немножко отличается от его. С этого романа не надо начинать знакомство с Малкольмом Брэдбери. Я все-таки советую обратить внимание на его «В Эрмитаж». Но у Малкольма Брэдбери есть одна отличительная черта, которая, мне кажется, в принципе, присуща многим английским авторам. У него очень тонкий, вот этот саркастичный, язвительный юмор. Вот за это Брэдбери мне очень нравится. У меня осталась последняя книга, это Коба Абе «Тетрадь кенгуру». Есть такие романы, о которых рассказать очень сложно, потому что по недоуменному взгляду собеседника понимаешь, что несешь какой-то бред. И вот «Тетрадь кенгуру» относится именно к таким романам. О нем рассказать доступными человеку средствами общения просто невозможно. Этот роман надо прочувствовать, и желательно на время этого прочувствования отключить свое мышление, которое требует хоть какой-то логики. Потому что в этом романе перед вами предстают некие образы, призрачные фигуры и модели, очень тонкие нити, которые связывают понятия жизни и смерти. В «Тетради кенгуру» очень трудно найти опору для восприятия происходящего, и вместе с тем по роману раскидано очень много точек, от которых можно оттолкнуться для того, чтобы начать анализировать то, что происходит в этом романе. Если вы решите читать «Тетрадь кенгуру», то еще до того, как взять книгу в руки, вам надо принять тот факт, что это японский автор, принять японскую странность и учесть еще то, что автор – представитель японского авангардизма. В творчестве Коба Абе очень сильна художественная составляющая. Может быть, это из-за его маниакального увлечения фотографией. Он очень любил фотографировать мусорные свалки. А возможно, это влияние его жены-художницы. Но если вы погуглите фотографии, которые делал сам автор, то вы сразу поймете, что именно он пишет в своих книгах, и вы поймете, подходит вам этот человек или нет. Главный герой «Тетради кенгуру» в один прекрасный день обнаруживает, что на ногах у него появились ростки. Как позже они установят с доктором, это ростки дайкона. И дальше сюжет развивается по законам Кафки, то есть абсолютная абсурдность, беспомощность и пассивность со стороны героя. Коба Абе во всех своих работах пишет о боли, душевной и телесной, причем он считает эту боль неотъемлемой частью существования как отдельного человека, так и общества в целом, и мучительность существования – это главная движущая сила в его романах. «Тетрадь кенгуру» на первый взгляд произведение не лишенное юмора, пусть и весьма своеобразное, но на деле оказывается очередным осознанием бессмысленности и беспощадности как жизни, так и смерти. Свой читательский сентябрь я завершу двумя книгами Маруси Климовой. О Климовой вы тоже могли слышать в книжных итогах. И начну я с моей антиистории русской литературы. Это сугубо субъективный взгляд на русскую литературу. Климова откровенно, четко и без какого-либо позерства рассказывает о своем взгляде на всю историю русской литературы, начиная от древнерусской и заканчивая современной. Климова в выражениях не стесняется. В этой книге четкой какой-то хронологии нет, да, вы не откроете там и не увидите, первая глава это древнерусская и пошло все дальше и дальше. Скорее это размышление на тему. Да, в основном она останавливается на наших самых известных классиках. Это Пушкин, это Достоевский, Толстой и Гоголь. И в связи со своей специализацией она частенько говорит о Селине и совсем немного о Жанне Жене. Как я и говорила в книжных итогах, не со всеми мыслями Маруси Климовой я согласна. С какими-то я согласна и тяну там двумя ручками «да-да-да». Но меня в ней подкупает откровенная честность. То есть у человека есть своя точка зрения, и он свою точку зрения может объяснить. И вторая книга – это «Растоптанные цветы зла. Моя теория литературы». По сравнению с антиисторией литературы, эта книга получилась более сумбурной. Климову часто уносит в какие-то лирические отступления, но при этом автор по-прежнему не стесняется в выражениях и откровенно высказывает свою точку зрения. Климова не берет в расчет, что она какими-то словами может кого-то обидеть. Вы должны понимать, что это субъективный взгляд человека, и не надо каждый раз об этом пояснять. Эта книга написана в 2009 году, и мне кажется, что сейчас теми настроениями, что у нас есть в стране, эта книга может оскорбить чувство верующих. Здесь также есть мысли, с которыми я и согласна, и тоже готова тянуть две ручки и кричать «да-да-да». Есть мысли, с которыми я не согласна. Вот, например, то, как описала
Маруси Климова, Франсуазу Саган, полностью совпадает с моими мыслями об этой писательнице. Вот, на этом наш сентябрь подошел к концу. Тут мы можем сказать ура, мы начали записывать прочитанное прошлого года, и сентябрь мы выполнили, ура! Поставили галочку. Обязательно пишите, если вспомните, что вы читали в сентябре месяце. На этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за внимание, всем пока. Будьте лапочками.